Сегодня мы воскресили очень старую мериду Калахари. У нас была только рама от него, которая досталась от предыдущего владельца. Все остальное на этом велосипеде абсолютно новое. Поставили жесткую ригидную вилку под ободные тормоза. Хорошие ободные тормоза с металлическими основаниями, которые очень долго служат, не ломаются. Система на одну звезду со звездой Nero White, не с подайкой. Переключатель SRAM X4 на 8 скоростей. И вот так вот пока что колхозно выглядят крылья. Все из-за того, что резина очень маленькая, 1.75 всего, сликовая. На переднем колесе крылья встали нормально, а на заднем пока вот так вот смешно смотрится. Посмотрим. Но от дождя они, по крайней мере, будут защищать очень хорошо. Такое воскрешение Мериды. Вес велосипеда на данный момент 12,2 килограмма. Но облегчать есть куда, потому что очень тяжелый стальной руль, очень тяжелый вынос. Ну и, конечно, вилка не алюминиевая, а металлическая. Будет радовать нового владельца.